приоритетными направлениями сотрудничества государств-участников СНГ является формирование общего экономического пространства, содействие развитию торгово-экономических связей государств, поощрение взаимной защиты инвестиций, инициировало создание Международного центра по урегулированию споров. Инициатива экономического суда СНГ была одобрена Советом Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2008 году. В качестве учредителя Международного центра выступили экономический суд СНГ, секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Международный союз юристов. В составе Международного центра действует постоянно действующий Третейский суд и Палата посредников, деятельность которых регулируется соответственно арбитражным регламентом и примирительным регламентом, разработанные с учетом правил сложившихся практики международного третейского разбирательства и посреднической деятельности.